Всем привет! Продолжаю показывать хои из моей коллекции. Это вот Siaria Red. Пишется вот так вот. Не знаю, правильно я произношу или нет, но буду называть ее Siaria. Вот, я ее недавно обрезала, потому что она начала гнать длинную плеть по одному листу, вот как здесь. И междоузлия тоже были длинные. Я не люблю такой рост у хои. Мне больше нравятся компактные хои. И рядом с ней растет Siaria Pink. Вот она, вот такая вот красота. И недавно я заметила хою в своей коллекции с похожими листьями. Мне подарили срез при пересылке почтой в один листик. Называется она Philippines. Вот, если их рядом поставить, то можно увидеть, что листики у них похожи. Здесь, правда, более четкий рисунок на листиках, а здесь более такой бледный, но все равно сходство есть. Если даже издалека вот так смотреть, тут, конечно, листики, да нет, тоже, в принципе, такие же. Не сказала бы, что намного больше, они просто более в тенечке у меня таком стояли, а эти получали больше света. Это вообще вот листики тоненькие. Ну, вот такие вот дела. Заметила я сходство в листиках, но цветут они по-разному.